Мой дорогой друг, я рад приветствовать тебя на своем канале, и сегодня мы вместе с тобой попытаемся найти Момо. Давай посмотрим, что будет, если написать или попробовать найти ее. Я не знаю, где ее искать, если честно, но мне очень страшно в такие моменты. Поэтому мне нужна твоя поддержка и помощь. Мы ищем Момо вместе с тобой. Если ты хочешь, чтобы я больше снимал роликов с Момо, пиши об этом в комментариях. Здесь все двери закрыты. Пойдем поищем другую. Так. Привет, мой страшный друг. А здесь что? Так. Мы открыли. Мы пытаемся найти Момо, друзья. Момо, где же ты? Выйди со мной поиграть, пожалуйста. Момо. Я пытаюсь тебя найти. Нам всем интересно, где же ты, как ты выглядишь и что ты от нас хочешь. Момо, зачем ты мне пишешь? Что тебе надо? Как тебя найти? Почему ты пишешь нам всякие гадости? Ты говоришь, что ты знаешь меня. Докажи это. Поговори со мной. Ух ты, телевизор. Что это такое? Это телевизор для сигнализации. Пошли дальше. Свинка. Привет, свинка. Может быть, мама здесь? Нет, мама здесь нет. А может, она здесь? И здесь ее нет. А как насчет здесь? Мама, где же ты? Мама, и тут тебя нету, бедняжка. О, боже мой, а вот и мама. Мы нашли ее? Или нет? Нет, мы ее не нашли. Она попыталась нас испугать, но у нее ничего не получилось, поэтому мы пойдем дальше. Ох уж эти лабиринты. Мы ходим по комнатам туда-сюда, пытаясь найти Момо. Но она не хочет выходить с нами играть. Ох уж эта злая, плохая Момо. Момо, я хочу тебя найти. Как найти Момо? Иди ко мне, моя хорошая. Я с радостью сыграю с тобой в твою игру. Что-то ее нигде нет, друзья. Момо, как тебя найти? Может быть, здесь? А, опять твоя свинка. Я чаще вижу твою свинью, нежели саму Момо. Давайте откроем вот эту дверь. Так, и здесь ее нету. А как насчет вот этой? Так, мое сердцебиение ускоряется. Возможно, я скоро найду Момо. Момо? Нет, Момо. И здесь Момо нет. А как насчет вот этой двери? Нету. Здесь Момо. Я слышал шаги, Момо, ты здесь? Так, там я был. Это просто запутанные лабиринты, которые пытаются отвести меня от Момо. Но я смогу ее найти. Момо, ты сидела здесь? Может быть, ты здесь? Нет, ее здесь нету. Давайте поищем дальше. Здесь сиди. Ух ты, что-то страшно. Момо, я знаю, что ты здесь, нет? Вот точно, сейчас тут будешь. И здесь нет. Курица. Курица это не Момо. Хотя, возможно, Момо и есть курица. А как насчет вот этой двери? И здесь нету Момо, а здесь? Да что у тебя? Ну слушайте, я уже открыл все двери, а Момо нету и нету. А может быть здесь? Так, мне кажется, мы близко. Нет. Так. Момо, выходи ко мне, поиграем. Давай. Здесь. Нет, эта дверь не открывается. А как насчет этой? Вот, блин. А нет, открыли, смотрю, ура. Ой, ну опять твоя стрёмная рожица, Момо. Не мучи почку, хорошо? Давайте поищем еще ее. Так, идем дальше. Здесь нету. Ну, вот сейчас я выйду обратно в ту же комнату. Странная игрушка. Пес. Может быть, Момо здесь? Хм. Ребятки, что скажете? Где мне искать Момо? Что-то она не хочет уходить со мной на контакт. Звук изменился. Я думал, Момо бежит к нам. Но что-то Момо не хочет играться со мной. Так, ну вот здесь, давай. Ну, опять же, сердцебиение ускоряется. Я верю в то, что она где-то здесь.
Эти бесконечные лабиринты так сильно утомляют, что мне хочется поскорее ее найти. Но я не могу этого сделать, потому что она не хочет выходить со мной играть. И я не знаю, с чем это связано. Давайте зайдем сюда. Мы там были. А здесь... О, боже ты мой! А вот и Момо! Ну что ж, мы нашли Момо, друзья! Всем спасибо! Пока-пока!